в отель Кемпинский на ифтар. Ифтар – это вечерний прием пищи после молитвы, которая звучит после захода солнца. На этом видео вы можете посмотреть, каким он бывает в Арабских Эмиратах. Кстати, начать свой ужин с супчика было моей большой ошибкой. Не повторяйте за мной, начинайте сразу с главного блюда. Ифтар должен содержать хорошо сбалансированный рацион. Ну, вы сами видите, тут с этим все в порядке. Ифтар – это не только поглощение еды, это еще и другие развлечения. Например, как-то на ифтаре я увидела, что люди садятся играть в карты. Я помню, что меня это очень сильно удивило. Ну что, пора переходить к десертам? И всем Рамадан Карим!